Добрый день, дорогие друзья. Решите представиться, Сергей Иванеев, президент Ассоциации граждан 21 века за развитие светскости и гуманизма. Основная моя деятельность – это продвижение светскости и гуманизма. И как общественный деятель, безусловно, я не могу не обратить внимание на укрепление и развитие массового спорта в нашей стране. И поэтому меня приятно удивило развитие женского футбола. Я сам, являясь доцентом университета «Синергия», посетил однажды чемпионат женского футбола, где увидел огромное количество женских команд и прекрасных, очаровательных представителей женского футбола, которые играли в футбол. Безусловно, родилась прекрасная идея снять фильм «Россия с нами не пропадет». Я сам неоднократно принимал участие в создании данного фильма. Считаю, что он один из самых сегодня лучших фильмов, способствующих развитию женского футбола, массового спорта. Поэтому хотелось бы обратиться к очаровательным представителям женского футбола и сказать, что, безусловно, вы делаете большое дело развития здорового образа жизни, развития эстетики. И хотелось бы мне сказать также представителям силовых структур, как ветеран военной службы, как человек, который отдал долгие годы укреплению законности и правопорядка в органах военного управления, я хотел бы обратиться к своим коллегам и сказать, что нам необходимо развивать спорт, и женский футбол является лучшим и наиболее очаровательным видом спорта, который способствует развитию здоровых эмоций у силовых структур. Развитие здорового образа жизни, укрепление здорового образа жизни – все это способствует развитию России. Я хотел бы отметить, что по ходу съемок фильма была разработана артистическая концепция женского футбола, которая будет способствовать становлению такого вида спорта, который будет популярен так же, как мужской футбол. И надеюсь, что именно благодаря артистической компоненте женского футбола, женский футбол как вид спорта будет популярен так же, как и мужской в нашей стране. Дорогие мои сослуживцы, однокашники, все, кто меня смотрит в данный момент, надеюсь, с вашей помощью будем развивать и женский футбол, будем способствовать тому, чтобы проводились всевозможные вечера отдыха, развития спорта, массового спорта. Надеемся, Россия будет здоровой нацией.